19 сентября 2023 год. Афоризм дня на сегодня будет такой. С добрым утречком. Зануды живут долго, но нудно. Написал я 16 января 2011 года. Объяснил я долго и нудно. Мне все-таки, наверное, ближе другой мой афоризм. Веселиться без причины глупо, но без настроения помирать жалко. Да. Вообще я за оптимизм. Оптимист от пессимиста отличается тем, что оптимист в гробу улыбается. Надеюсь, это будет про меня.